Мозговой образец ткани пришельца. Взять образец ткани пришельца. Обнаружена инородная ткань. Интерфейс активирован. Инородная ткань поглощена. Идет обработка. Извлекайте нанокатализатор. Маскировка шельчена, чтобы усовершенствовать костюм. Модификация нанокостюма. Вы можете заменять доступные модули. Однако в каждой ячейке может быть только один действующий модуль. Кроме того, вы можете включать и отключать доступные модули. Готово. Теперь уходи оттуда. Направляйся к шоссе. Доставить Гулду образец ткани. Добраться до лаборатории Гулда по шоссе Рузвельта. Огонь!
чисто. Противника нет. Максимум защиты. Маскировка включена. Маскировка. Обработка инородной ткани. Идет ассимиляция биокода. Ассимиляция завершена. Идет перезапись протоколов глубинных слоев. Чем ты там занимался, но сигнализация костюма орёт как проклятая. График сбит к чертям. У меня в лаборатории на всех машинах программные протоколы, еще запатентованные документы по биотехнологиям. И на всех сплошняком имя Харгрива. Это какая-то аварийная программа, которую он встроил на самых глубоких уровнях. Представления не имею, что это значит. Быстро двигай по шоссе Рузвельта к нам в лабораторию. Не знаю, сколько я тут еще смогу проторчать, поэтому не тормози по дороге. Маскировка включена.
Слушай, Сэл понаставили блокпостов по всему шоссе Рузвельта. Я только что перехватил их переговоры. Похоже, Локхард лично контролирует эту операцию. Он будет там, Пророк. Так что работай тихо. Доставить Гулду образец ткани. Выйти на шоссе Рузвельта. Маскировка включена. Приказ был взять его живым. Приказ был взять его, точка. Я рассмотрю ваши жалобы сразу по окончании операции. Он нужен живым. Да? Нужен кому? Я его потерял. Этот урод только что положил пару дюжин моих людей, мисс Трикс. Зачистить сектор. Я больше рисковать не буду. Пророк умрет. Пусть Харгрив делает с его трупом все, что угодно. Харгрив хочет... Харгриву нужен костюм? Он его получит! Ему это не понравится. А мы оба, насколько я знаю, на него работаем. Вот тут вы ошибаетесь, мисс Стриклан. Это вы работаете на него. Я же отвечаю только перед советом директоров СЭЛ и службой безопасности. И мне плевать, понравятся мои действия какому-то старому бедному акционеру, типа Харгрива, или нет? Он бывший президент корпорации Крайнет. Осторожнее с выбором врагов, Локхард. Разговор окончен! И что нам теперь делать? Будем ждать распоряжений от Локхарда. То есть ты хотел сказать приказов от ее директора военного советника? Я не слушаю приказов этой твари. Да ну, зато Локхард слушает. Да хреном. Повторяю! В секторе множество бойцов СЭЛ. Если они найдут лабораторию, нам обоим крышка. Ускорься, брат! Просто иди по шоссе Рузвельта, пока не упрешься в причал Харбор Лайтс.